Здравствуйте. Волею судеб у меня в руках оказался вот такой прибор FLIR MR-160. Чем он интересен? Это влагомер. То есть прибор, который измеряет влажность. Вот тут у него есть сенсор неразрушающего контроля. Вы просто прислоняете его к поверхности. Он измеряет влажность материала на глубине до нескольких сантиметров. Кроме того, у него здесь есть разъем для игольчатого датчика. Там две иглы, которые втыкаются в измеряемый материал и измеряют прохождение электрического тока между иглами, таким образом определяя влажность. Но от других влагомеров он принципиально отличается наличием в нем тепловизора. Вы видите не только влажность вот тут в углу экрана, но вы также можете видеть тепловизионное изображение. Что это нам дает? Это нам дает возможность очень быстро определить участки поверхности с повышенной влажностью. Влага испаряется, охлаждает поверхность, и вы сразу на экране видите эти области. Вам не нужно уже, там, скажем, всю стену измерять в каждой точке влажность, чтобы определить, нет ли где-то повышенной влажности. Вы просто направляете прибор на стену, смотрите, нет ли на картинке где-то более темных или синих областей. Если есть, то проводите измерение уже там. Это значительно сокращает время обследования, позволяет не пропускать какие-то участки, которые вы так бы могли не заметить, и так далее. Но, конечно, за это приходится платить повышенной ценой. Рекомендованная цена на этот прибор в США около $700. Мы с вами в типичной квартире, в которой идет типичный ремонт. А это означает, что у нас тут много всевозможной штукатурки, побелки, покраски. И все это должно качественно высохнуть, прежде чем можно будет двигаться дальше. На глаз штукатурка на этой стене выглядит полностью высохшей. Но давайте измерим ее влажность. В одной точке вполне небольшая. А давайте чуть в стороне. 100%. Настолько важен инструментальный контроль влажности. Благодаря наличию встроенного тепловизора, FLIR MR-160 позволяет не только измерить влажность материала, но и сразу увидеть наиболее влажные участки по их чуть меньшей температуре. Что еще есть в этой модели MR-160? Ну, предположим, вы на экране увидели какую-то темную область. Там влага. Ну, как понять, как изображение тут соотносится с тем, что вы видите глазами? Это не всегда легко, потому что изображение на этом экране выглядит совсем не так, как вы видите глазами. А на этот случай тут встроен лазерный целеуказатель. Вы нажимаете красненькую кнопочку, на экране в центре появляется крестик, а на стене вы можете видеть точку от лазера. Соответственно, вы направляете крестик на интересующую вас область на этом экране, и смотрите, как это соотносится с тем, что у вас на вашей стене. Далее, ну, предположим, вам нужно не просто самому найти пару пятен в одной комнате и все. Предположим, вы обследуете большое здание, и вам нужно потом самому как-то обработать результат обследования, показать своему руководству или, наоборот, подчиненным. Для этого есть функция сохранения изображений. Вот кнопка, нажали. И картинка сохраняется. Сохраняется на формате BMP. Формат, понятный всем компьютерным программам. А вот здесь под крышечкой, кроме разъема для подключения внешних датчиков, есть второй маленький разъем microUSB. Через него можно передавать файлы на компьютер. Через него же заряжается внутренний аккумулятор прибора. Аккумулятора, по-моему, хватает на месяц, а может и больше. То есть я вообще не представляю, сколько с ним надо работать, чтобы его посадить. Но, наверное, иногда заряжать надо. И это делается тоже через microUSB. Ну и, наконец, последняя такая интересная функция этого прибора. Когда вы сохраните изображение, у вас картинка тепловизионная, а в углу показания с вот этого датчика. Но
датчик-то, когда вы сохраняете вот так изображение, он ни к чему не прислонен, и он, соответственно, в углу показывает 0. Можно сделать немножко иначе. Вы можете нажать и держать эту кнопку. Тогда спустя некоторое время вот здесь появится крестик, здесь будет лазер. Соответственно, вы направляете крестик на интересующее вас пятно, отпускаете кнопку, у вас сохраняется изображение, а значение влажности в углу начинает мигать. Далее вы прислоняете прибор к тому месту, куда показал лазер, нажимаете еще раз кнопку «Сохранить кадр», и у вас сохраняется изображение со значением влажности, измеренным именно в этой точке. Очень удобно. То есть, в общем, прибор весьма неплохо продуман. Здесь есть все, что может вам потребоваться для измерения влажности, поиска утечек влаги. Кроме того, он имеет такой удобный эргономичный обрезиненный корпус. Корпус более-менее сам защищен от влаги. Ну и кроме того, он достаточно прочный. Все-таки стройка всякая бывает, сами понимаете. Прибор спокойно выдерживает падение с высоты до 2 метров на бетонный пол. Наверняка у многих из вас возник вполне логичный вопрос. Зачем у прибора здесь разъем для внешнего датчика с иголками, который разрушает исследуемый материал, когда у него есть такой отличный датчик, не разрушающий? Ну, чтобы это продемонстрировать, я для начала включу режим, когда прибор показывает крупную только влажность, чтобы вы видели ее, и попробую измерить влажность вот этой доски. Значит, берем прибор, кладем на доску, 19% влажности. Теперь мы положим эту доску на кусок фольги. Предположим, вы измеряете на металлическом столе влажность доски у вас на производстве, в вашем деревообрабатывающем столы металлические. Как видите, влажность на 4% показывает выше. Если я под доску положу руку, то влажность даже еще больше показывает. С чем это связано? С тем, что датчик, он пробивает эту доску насквозь, он на большей глубине смотрит влажность. И поэтому на показания оказывает влияние влажность не только доски, но и влажность того, что под ней. То есть в данном случае моей руки, естественно, не очень большая влажность. Кроме того, металлы, они, скажем так, сбивают датчик с толку. Он считает, что их влажность 100%, потому что он смотрит взаимодействие материала с электромагнитным излучением. Чем больше воды, тем больше проводимость. Ну, естественно, у металла проводимость лучше, чем даже у самого влажного дерева, и он воспринимает как это просто зашкаливающую влажность. И вот тут нам на помощь приходит зондовый датчик, датчик с иголками. Достаем датчик. Вот это в комплекте идет такой датчик. Есть, кроме того, вот это опциональный датчик. Он по характеристикам такой же, но корпус более прочный, более удобный в работе. Подключаем этот датчик сюда. Выбираем режим влажности, режим зондовых измерений. Ну, а дальше нам нужно просто воткнуть датчик в дерево. 10,8%. И показания не зависят от того, на чем лежит доска. Ну, это, собственно, и понятно, потому что датчик измеряет прохождение тока вот между этими двумя иголками. И то, что под доской, никак не влияет. В принципе, датчик можно прижать к кирпичу, к бетону. Он оставит небольшие выемки, но тоже сможет измерить влажность. Это удобно, если вам нужно измерить влажность в каком-нибудь углу, в который трудно засунуть такой вот большой прибор. Ну вот, собственно, для этого такой датчик с иголками и нужен. Ну, собственно, теперь перейдем к самому интересному вопросу. Оправдана ли покупка такого прибора? Все-таки, напомню, $700 США рекомендованная цена.
это не так уж и мало. Если вы делаете ремонт сами для себя, там, один раз в 10 лет, ну, я думаю, нет никакого смысла в покупке такого прибора, просто подождите подольше, чтобы все точно высохло, лишний раз перепроверьте все, чтобы там нигде трубы не текли, везде был хороший уплотнитель, и все. Ну, в крайнем случае, вы, наверное, можете одолжить влагомеру каких-то знакомых строителей или еще где-нибудь. Ну, или купить влагомер попроще, подешевле. В принципе, долларов за 200-300 можно взять неплохой прибор, но он будет без тепловизора. А что, если вы владелец строительной компании? Тут ситуация, конечно, уже совсем другая. Если у вас есть такой прибор, то вы можете самым быстрым образом узнать, что все уже готово к следующим этапам работ. Раньше к ним приступить, раньше закончить ремонт. Значит, вы гарантированно не сорвете сроки, не будет никаких издержек. Более того, вы можете сообщать заказчикам более короткие сроки выполнения работ и тем самым выиграть у конкурентов. Кроме того, если вы проводите работы с трубами, с канализацией, водоснабжением, то вы сможете очень оперативно выявить любые утечки вследствие каких-то нарушений при установке этих труб. Соответственно, вам нужно будет меньше переделывать, вы быстрее приведете все в порядок, и это снова вам сэкономит время и деньги, и таким образом прибор может окупиться уже просто с первого же работ. Правда, стоит отдельно рассмотреть вопрос о том, есть ли смысл брать вот именно эту модель. Дело в том, что тут стоит тепловизионный модуль FLIR Lipton, который используется прибором, ну, от силы на 10%. Здесь просто выводится тепловизионная картинка. В одной палитре псевдоцветов, в основном все черно-белое, наиболее темные участки отображаются синим. Ну, по логике создателей, то, что влажное, оно будет очень холодным и отобразится синим, вы сразу же это увидите на экране. На практике же синим отображаются только, ну, самые-самые мокрые области, которые нередко просто глазом видно на стене. Менее мокрые области, которые нужно выявлять только приборами, их и здесь видно только как немного более темно-серые, а не как синие. Получается, что у вас палитра, по сути, черно-белая, далеко не самая приятная для глаза, не самая удобная для работы. Но и вы никак не можете определить температуру тех областей, на которые смотрите. Приборы этого не показывают, он не калиброван. За $700 США рекомендованной цены можно взять вот такой полноценный тепловизор FLIR C2. Он использует тот же модуль FLIR Lipton, но использует его уже на 100%. Здесь он отображает температуру той области, на которую вы его направили. Вы можете сохранять кадры в так называемом радиометрическом формате. Это означает, что на компьютере вы сможете посмотреть температуру каждого пикселя, а не только вот центрального, который здесь отображается. У вас здесь большой выбор различных палитр, на мой взгляд, куда более удобных, чем вот стандартные черно-белые. Кроме того, здесь есть режим MSX. Он совмещает видимое изображение вот с этой камерой и тепловизионное с этой камерой. А благодаря этому, ну вот здесь, например, виден рисунок обоев. И здесь нет лазера, но благодаря вот режиму MSX вы, в общем-то, легко можете понять, на что вы смотрите, и без лазерного целеуказателя. То есть, ну, лично я считаю, что стоит, ну, немного доплатить, там, вот те $200-300 и купить FLIR C2 и к нему отдельно влагомер. Вместо того, чтобы покупать вот этот влагомер со встроенным тепловизором. Но, с другой стороны, два прибора, каждому надо учиться работать. Если вы собираетесь доверять этот прибор, ну, скажем так, не самому квалифицированному персоналу, то, конечно, с этим разобраться намного проще. Он намного дольше работает без подзарядки, он прочнее. То есть, ну, в общем, в некоторых случаях, возможно,
MR-160 будут лучшим выбором. Так что вы хорошенько подумайте за и против, либо взять FLIR C2, самый дешевый полноценный тепловизор, и к нему отдельный влагомер, либо взять MR-160 влагомер со встроенным тепловизором.